Всем привет, с вами Александр Умняшкин. И сегодня мы с вами снимем туториал на переднее сальто от стены или вебстер. Йоу! Первое, что вы должны уметь, это вебстер или переднее сальто. Потом переходим на кувырок вперед с прыжком назад. Дальше переходим на стенку и делаем от стенки. Вот такой толчок и приземляемся на руки. Далее, чтобы научиться, это кувырок из стены с толчком назад под себя. Переходим к самому элементу, именно сальто. Толчок должен делать не вверх на нее, не назад, а именно под углом, 45 градусов. Руками же вы делаете мах вперед. Так. Смотрите именно вот прямо сюда, на препятствие, и делайте на него мах. Смотрите, делайте. Получается вот так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если вам помог этот туториал. Пишите комментарии, конечно, оценивайте. Всем пока!